Индустриальный парк «Масловский» был создан в апреле 2010 года. Парк на площади в 598 гектар находится на границе Воронежа, северная часть парка, южная часть на территории Новоусманского района. Основная специализация – машиностроение и металлообработка. В ассортименте выпускаемой продукции есть и уникальные разработки для сельскохозяйственного и нефтегазового секторов экономики. Потенциальными резидентами являются предприятия в сфере машиностроения и металлообработки, энерго- и атомного машиностроения по производству комплектующих для автопрома, производству сельскохозяйственной техники, подвижного состава. Резиденты индустриального парка могут претендовать на следующие виды поддержки инвесторов, существующие в Воронежской области. Предоставление налоговых льгот, ставка налога на прибыль 13,5% в части, зачисляемой в областной бюджет, ставка налога на имущество организации 0% до 5 лет, субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидии из областного бюджета предоставляются инвесторам из расчета 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, субсидирование создания социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта, ставка субсидий в размере до 100% от проектно-сметной стоимости строительства инженерных коммуникаций, но не более 10% от стоимости капитальных вложений по инвестиционному проекту. Сопровождение инвестиционных проектов и оказание содействия их реализации в соответствии с законом Воронежской области от 7 июля 2006 года. Резиденты индустриального парка «Масловский». ООО «Сименс Трансформаторы». Проектирование, производство, реализация, сборка, ремонт, обслуживание, а также другие услуги жизненного цикла для трансформаторов, включая мониторинг и диагностику, установку и ввод в эксплуатацию электротехнических трансформаторов и компонентов. ООО «Воронежсельмаш» – производство сельскохозяйственных машин и оборудования. ООО «УСК «Спецстальтехмонтаж» – производство строительных металлических конструкций. ООО «ПК «Ангстрем» – производство и хранение корпусной мебели из закупаемой ЛДСТП с применением МДФ, ДВП с их переработкой. ООО «ПЛК «Армакс Групп» – производство жесткой и мягкой строительной минеральной ваты на основе горных базальтовых пород, строительных ограждающих и энергосберегающих конструкций на основе утеплителей из пенополиуретана и пенополиизоциануратов, систем обеспечения жизнедеятельности зданий и сооружения на основе комплекса вентиляции и кондиционирования. ООО «ЛС» – складские комплексы для хранения семян и средств защиты растений, оказание логистических услуг. ООО «Grand Line Center» – профилирование тонколистового оцинкового холоднокатанного металла, профнастил, металлочерепица, водосточные системы, заборы, саморезы, профили под гипсокартон. АО «ОФ «Связьстрой-1» – производство кабельной продукции. ООО «Выбор ОБД» – производство изделий из бетона, гипса и цемента. ООО «Парк А» – логистический комплекс класса А. ООО «Бионорика Фармасьютиклс» – производство фармацевтических продуктов. ООО «Атлантиспак» – имущественный комплекс, производство пластиковой упаковки для мясной и молочной продукции. ООО «Европак Групп» – производство гофрокартона и гофроупаковки. ООО «Дорхан Воронеж» – металлообработка и производство подвижных ограждающих конструкций, производство полного ассортимента комплектующих для всех типов ворот и перегрузочного оборудования. ООО «ХАДО» – производство фруктово-ягодных наполнителей, переработка и консервирование фруктов и овощей. В Воронежском индустриальном парке «Масловский» выделен участок 24 гектара для создания нового производства строительных материалов стоимостью 3,5 миллиарда рублей. Реализацией проекта займется Воронежское ООО «Форм Материалы».